До выходных осталось совсем немного времени, а значит, пришло время задуматься о том, где вы проведете свободные от работы дни. Всем привет, меня зовут Евгения Константинова, и прямо сейчас я расскажу вам, куда пойти и что посмотреть. В субботу вы можете отправиться в Родники. Социальный кинозал приглашает семьи на просмотр мультфильма «Как приручить дракона». Начало показа в 4 часа дня, ну а предварительно не забывайте записываться по телефону, который на ваших экранах. В субботний день вы можете провести всей семьей в Ботаническом саду. Там вас ожидает семейное ралли на санях, встреча с Дедом Морозом, посиделки у костра и горячий чай. Но предварительно записывайтесь по телефону. А вот Сользавод приготовил новогоднюю программу для взрослых. Вечером на Сользаводе вы можете посетить киностудию «Сольфильм». Все тайны мы раскрывать не будем, записывайтесь по телефону и вперед отдыхать. У меня на этом все. Смотрите Соль ТВ онлайн и по телевизору. Планируйте свой отдых и берегите себя. Ну а с вами была Евгения Константинова. Увидимся.